Итак, Яночка и все остальные мои подопечные, особенно онлайн, не офлайн, а обращение к вам, Яна, к тебе. Итак, значит, что мне интересно и важно, записывая это видео, я хочу, чтобы все, кто у меня тренируется онлайн, многие просто не знают состояние своей опорно-двигательной системы. А в частности, меня интересуют мышцы спины и наличие либо отсутствие сколиоза. Ну, как правило, сколиоз есть у всех. Итак, Ян, значит, что я хочу, чтобы мы сделали? Я хочу, чтобы ты стала ровно. Ты же с Максом, правильно? Вот. И видео будет полезно другим, да, людям, кто хочет посмотреть состояние своей спины и понять, как с ней нужно двигаться. Итак, Яночка, я хочу, чтобы ты, например, ну, естественно, в бюстгальтере там, да, сняла майку, стала ровно и выдохнула, да, то есть, но с ровной осанкой. И чтобы Макс сзади сфоткал либо посмотрел, какое плечо выше, какое ниже. И, ну, понятное дело, что у всех людей практически есть какие-то неровности, да, то есть баланс плеч. Итак, первое, что я хочу, чтобы на что вы обратили внимание, то есть чтобы ты выявила, какое плечо у тебя выше, а какое ниже, потому что от этого будет зависеть на самом деле построение нашего тренировочного процесса. Итак, значит, что я хочу? Я хочу, чтобы ты понимала, если, например, у нас вот это вот правое плечо ниже, чуть-чуть, да, то есть это со спины все очень видно, то значит у нас мышцы широчайших и приводящие мышцы лопатки, плюс ромбовидная мышца, круглая мышца, да, зубчатая мышца, она все в спазме находится, да, то есть вот правая сторона, она в спазме. И что нам нужно, значит, нам нужно в правую сторону грудной мышцы, мышц спины растягивать, да, то есть вот эта вот сторона должна растягиваться, получается, у нас это в спазме, а вот эта сторона мышц, да, всегда растянута. Поэтому вот это вот в легком силовом стиле мы сокращаем тянущими упражнениями всегда, да? А эту сторону мы растягиваем. Ну, это все отразится в нашей программе. Ну, вот, поэтому я прошу отнестись к этому очень внимательно. Если там такая фотография будет, то можешь мне присылать в Телеграм, и я посмотрю, как там строить дальше наш процесс. Друзья, поставьте лайк. Ян, ты тоже, если это видео было полезно. Максу тоже обязательно его к просмотру. Вот, всех обнял. Хорошего настроения. С вами ваш тренер Александр Слауда. Пошумим, блядь.